Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Власти рассказали, где возьмут деньги на зарплаты бюджетникам. Администрация Кирова будет пересматривать уже сверстанный бюджет на этот год, поскольку по итогам первого квартала столкнулась с недопоступлением НДФЛ. Причем это еще не следствие кризиса из-за коронавируса. Будет создан резервный фонд, из чего рассказала начальник департамента финансов администрации города Кирова Гульнара Сайфуддинова. Это экономия по проведенным торгам. Все, что не проторговано, и мы видим, что без этих расходов мы можем обойтись, и мероприятия, которые не являются первоочередными. Наши учреждения недополучат свои платные услуги. Все-таки за счет платных услуг у них расходы запланированы, в том числе и заработная плата, и расходы за коммунальные услуги. В целях недопущения просроченной кредиторской задолженности и обеспечить заработной платой и все вот эти расходы, мы в первую очередь тот резерв, который мы сложим, будем направлять на эти мероприятия. Не исключают в мэрии и вариант, что скоро экономика восстановится и планы по пополнению казны удастся выполнить. Тогда деньги из резервного фонда направят на покрытие дефицита бюджета. Он сейчас 500 миллионов рублей. Программа «Экономика». Кировские предприятия объединились, чтобы раздавать людям антисептик. Несколько членов Авиатской торгово-промышленной палаты присоединились к негласной акции. Научно-производственное предприятие «Перспектива-43» подготовило 10 тонн антисептика. По просьбе президента ВТПП Андрея Усенко завод «Вятич» выделил пластиковые бутылки и организовал разлив средства. Компания «Два Андрея» изготовила этикетки. Глава ВТПП отметил, что компании быстро организовались, потребовалось меньше недели, и предложил другим предпринимателям, если у них есть возможность помочь нуждающимся людям, сделать это самим или обратиться в торгово-промышленную палату. Экономика на 101 FM. Предприниматели хотят поддерживать друг друга покупками. Глава компании «Сфера Принт» Александр Салтыков запустил добровольный марафон «Я спасаю малый бизнес». Он собирается каждый день покупать что-то у местных предприятий, товары, услуги или доставку, чтобы дать им, как он выражается, возможность выжить. Идею, как пишет БН Киров, подхватили многие. Кто-то просто на своей странице информирует о новых предложениях, акциях от кировских производителей, кто-то анонсирует собственные антикризисные кампании. Экономика. В завершение валютах доллар на сегодня 73 рубля 32 копейки, евро 80 рублей 12 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.